Да вот так по-простому и по-быстрому делает Николай Николаевич свой этот сылые для Патефон, коровы, чтобы выма не замерзли. Вот такие веревки она завязывается. Патефон. Капюшон, да, из простого капюшона делает. Ну кто как может. Вот хозяин Николай одевает коровьи бюстгальтер или как по-якутски сылые, называется сылые. Это чтобы вымя не замерзло. Сейчас на водопой пойдем. Там прорыв уже подготовлена. Это у нас коровник. Вот. Якутские коровы так зимуют у нас в Аймаконе. Вот стоят наши кормильцы. Вот. Первая корова пошла на водопой. У Николая Николаевича 5 коров. Вот второй выходит. Они сами знают дорогу на водопой. Вот уже на речку вышли. Вот. Уже подошли. Вот резвится, да? Коровушка. Вот. Ожидает очереди. Вот сначала самые реки. Взрослые. Воду